Пиздец. Интересно, этот мученик в рай попал? Или просто сдох? Карл Питерский. Навальный наш президент. Путин! Хуйло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Сука, плешивая! На кого ты нас покинул? Ты чё, реально расстроился? А вы ни хрена не поняли? Мы всю жизнь были его двойниками. Теперь что делать? Мы даже имена свои забыли. Вы кто вообще? Макар. Вроде бы. Я Файхудин. Ну, что Файхудин и Макар Путины? Делать что будем? Давайте рассуждать логически. Раз уж оригинал крякнул, скорее всего, и нас сделают похожими на него. Я тоже об этом думал. Поэтому подготовился. Короче, выбираем из нас главного и будем жить как раньше. А пока каждый из нас должен вынести по кусочку из бункера нашего работодателя. За дело. Доброе утро. Или день уже. Черт. После этих анестезий на операциях сплю как убитый. А мы тут прибраться решили. Понятно. Что-то в этот раз с ботоксом переборщили. Лицо трещит, как будто по нему кулаками били. Что? Это никого не касается, ясно? Это мое личное дело. Не переживайте, шеф. За рамки комнаты ваши стринги не выйдут. Ну вы поняли. Да, мы могила. Ладно, работайте. Я сегодня видел мертвого Путина. И живого, но в стрингах. Не знаю, что страшнее. Эй, вы! Близняшки однояйцевые! Я сейчас вам устрою отпуск на 9 дней и на 40.